Около 30 тысяч жителей остались без света из-за пожара на электроподстанции в городе Алга Актюбинской области. Там загорелся трансформатор. В результате электричества лишились жители райцентра и еще 7 сел. К настоящему моменту электроснабжение в городе восстановили, а в селах работы продолжаются. По предварительным данным, площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, выясняют. Все социальные предприятия на сегодняшний день питаются резервным источником питания, именно от генераторов. Восстановительные работы продолжаются. Данный вопрос находится на постоянном контроле КИМ области. Все работы будут устранены в ближайшее время. Сегодня уже в любом случае это все устранится.